Избирательная кампания прошла организованно, открыто и демократично. Все участники процесса действовали согласно букве закона и в соответствии с выборным законодательством страны. Такова предварительная оценка наблюдателей, доверенных лиц, кандидатов, представителей политических партий и общественных объединений, наблюдавших за ходом голосования и подсчетом голосов. Всего их было свыше 300 человек. Итоги выборов подвели и в Центральной избирательной комиссии. Результаты огласил глава ЦИКа Куандык Турганкулов. По его словам, в Сенат Республики избрано 16 депутатов, по одному от каждой области городов Астана и Алматы. Всего в ходе электоральной кампании было выдвинуто 88 претендентов. В бюллетени для тайного голосования включены 39 кандидатов. Явка выборщиков по республике составила 98,7%. При этом в Мангыстауской области и Астане она была 100%. В 6 регионах явка превысила 99%. Из 3279 выборщиков, внесенных в списки, в голосовании участвовали 3236, или 98,69% от общего числа. Недействительными признаны 12 избирательных бюллетеней. Средний возраст избранных депутатов составляет 56 лет. В их составе 7 инженеров, 4 сельхозработника, 2 экономиста, 2 преподавателя и 1 юрист. Четверо действующие сенаторы. Выборы прошли в абсолютно спокойной обстановке. Значит, каких-либо там обстоятельств форс-мажорных не было, нарушений законодательства не было. Депутатский корпус обновлен на 75%. 4 действующих депутата Сената парламента Республики Казахстан избраны.